решение не принято. Слушайте, давайте так, я не сомневаюсь, что оно не будет принято, потому что бизнес 300-300 миллионов. А за прокуратуре это вдвойне интересно, видимо, да? Прокуратура вдвойне заинтересована, видимо, в этом. Я говорю вам с точки зрения законодательства. Гражданское законодательство. А когда вы с точки зрения законодательства говорите на рабочей группе, противоположное. Не отбивайте меня. Гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации. А тогда зачем вы на рабочей группе? Мы не имеем права. Вы на голосовании ставили вопрос, какой Андрей Александрович? Можно уточнить по порядку. Вначале голосуем, потом высказываем. Ставим на голосование вопрос, а потом вопрос на голосовании. Про, и все. Ну ладно, Николай Николаевич. Депутаты должны проголосовать законопроект, который у них будет.